школа, а тут уже пристрой. Там стадиончик, ну тут сейчас выкопано все. Можем. То есть вот в этом здании вы учились, да? Да, в этом, а тут спортивный зал, который потом уже построили. Сейчас мы узнаем. Весь комплекс это. Школа имени Соломеи Нерис, это поэтесса. Ага. Там памятники стоят маленькие. Все остальное. Интересно. Мечтали, что где пришел, что город некрасиво выглядит. Ну, сейчас попробуем войти. А если нет, то вокруг обойдем. Его перекрасили, наверное, да? Дом? Нет, дом же покрасили. Ну, я переживал, что как это пойдут туристы Тору. Ага. Когда в таком паршивом дворе тот великий писатель Ромас. Я сразу переживал. Потом я такую же мысль у Гари прочитал. Что он также думал, что он будет великим писателем. Но так фамилия фиговая, Касаров. Надо придумать фамилию хорошую, Винцева. Я понял, что Лёха из своего города и свои мысли у того человека. Ну вот, это поэтому мама, так как была из гуманитария, музейный работник, она была рада, что и сестра в архитектуру, художественный институт. Она старше вас На полтора года, мы подряд. Значит, а я в актерстве совсем не жил, так как мне очень не нравилось и неприязнь была всем алгебрам, геометриям, счетным наукам. Я сразу понял, потом в последнем классе я понял, что до этого даже не серьезно, мы считали какие-то кружки где-то. А мальчик эту штуку, книга, футбол. Вы в футбол засекли? Баскетбол, да. И в университете тогда церковь не работающая была. Очень много попорных с мячиком. Сходим, это камерный дворик уже, да? А тогда казалось, когда ребенок, что тут все мы вмещаем. Все это бешено менялось. Все, как будто тогда, тогдашние у родителей было отношение, что улучшить бытовые условия, а не место хорошего старинного дома в хрущевку. Потому что там была эта экзотика, кран, горячая вода. Очень молодые женились, им уже 37, под 40 уже. Потому что нам были во втором курсе, когда женились, и не дождались его, дети и детки. И он тогда пошел в философию, и он маленькими дозами, театральный режиссер. Рокос, да? Театральный режиссер, да. И свободный художник. Он похож на вас? Похож, да. Некоторым на меня больше, и на маму. Ну, из тех, которые свой уже типаж такой, не так, как бывает противоположный. Это у вас единственный сын? Да, единственный. Это вот Рокос, который был мужем Тани. Да, да, да. А ваша вторая жена, она не актриса? Актриса тоже. Тоже? Да, актриса. А она сейчас с вами не живет? Ну, если я уже звезд, то не живет, нет, если я сижу и один сказали, гуляю. Что, нет, вы гулять можете один сколько угодно, она может просто дома сидеть. Нет, вы ну сказали, мы, раз, вы с ней друзья. Мы друзья, мы в деревне, специально хутор, хотя он переписан мне, я ей ставил более такую нормальную, такую престижную квартиру. Да. Сейчас я такой же студенческий живу, малюсенький такой. Ну, мне переписали хутор, но несмотря ни на это, каждое лето в хуторе она бывает. Мне же нравится, что там больше жизни, у нее плюс хорошие руки, это ее биография, она начинала с нуля в хуторе. И растила цветы, и деревья также. Мне очень приятно, что даже что земля не пустует. И мне не жалко, я же несчастный, что это мое и все. А сколько вы лет вместе прожили? Много довольно, 20. С чем-то. Да. В первом варианте 10, со вторым 20, почти 5 лет. Постоянно. Ну да, получилось постоянно, с молодых лет. 2 года, 2 серии, но они долгие были. Долгие, 10 и 20 лет. Это остросюжетные были серии? Ну, наверное, все там бывало, так как мы водолеи, и Софья знала водолеи, как я говорю, все очень нескучные люди, неординарные, ни одного сволочи я не видел. Со знаком плюс, там, они за Высоцким. Нет, я водолей. Они как раз, о них и говорят, что если ты вытерпел с водолеем, тогда все знаки уже тебе как все. И для экспресс-газеты специально из Вильнюса, не южного, но интересного города, будем называть северного, был ваш друг и слуга Ромас Романаускас. Приезжайте к нам в Вильнюс.